Акция по утилизации автомобилей в этом году будет продолжена. По словам вице-министра энергетики Ганиса Дибекова, по итогам первых двух лет проект довольно успешный. В прошлом году казахстанцы сдали почти 40 тысяч старых машин. Напомню, программа предусматривает денежную компенсацию в размере 150 тысяч тенге за автомобиль полной комплектации и 49 тысяч за недокомплект. В целом по стране вторсырье активно вовлекают в экономику. В ближайшие 10 лет правительство планирует довести долю переработки отходов до 40%. На этот год мы в ближайшее время рассмотрим инвест-политику оператора РОП, в котором, исходя от возможности финансирования данного проекта, мы уже будем принимать решение о выделении средств на продолжение данной акции.